Спасибо. Я сразу большой взял. Я обожаю этот фильм. А, «Дневники памяти», я его еще не смотрела. Он очень грустный, я обычно плачу, когда они умирают в конце. Ты же мне его заспойлерила. Да, я что-то не подумала. Ладно, прости, пожалуйста. Хрен с ним. А, у меня батарейки 1%, дашь зарядку? Да, она у меня в сумке. А, кекелё. Прям там? Да, поройся, она там должна быть. Да. Ладно. Ты уверен, что она там? Да, поищи получше. Ладно. Тут чё-то много всего. Ты уверен, что она там? Я так люблю момент с мороженым. Хотела бы я момент с мороженым. У тебя прям куча косметики. Ну, в смысле, в пределах нормы куча. Это что? Это мои документы из налоговой. Они начинают с 2006-го. Не хочу связываться с налоговой. Чё? Так, ладно. Он придет за тобой. Я чё, с Мэри Поппинс встречаюсь? Как ты там вообще что-то находишь? Там специальная система. До упора налево и вниз. Справа будут налоги. Все просто. Я уже все изру, я не могу ее нащупать. Она точно там, поищи получше. Серьезно? А, это запасная. Может, она в ней. А, это моя запасная сумочка. Дай угадаю. Запасная. Нет, это игрушка племянницы. Я люблю тебя. И я тоже. Это чё? Это мой пляжный зонт. Зачем? Ну, вдруг я захочу сходить на пляж. И зонтик уже у меня в сумочке. Ты же его можешь в машине оставить, как нормальный человек. Зачем? Так, а это что? Это моя булава. Девушки же надо чем-то себя защищать. Перцовый баллончик есть. Зачем с собой держать сорняковое оружие? Шила на мыло. Да, только тут другое. Хрен знает, что перед тобой может выскочить. Белка. Белка? Ага. Автографы Колби и Шака. А кто это? Я даже не помню, откуда я это взяла. Это типа кто-то знаменитый? Я это пока отложу. Хороший дом. Ты когда-нибудь строил у девушки дом? А, мне кажется, здесь уже все есть, чтобы построить дом. Боже, мне так нравится этот наряд. Это же мой скейтборд! Ищи зарядку, ты сейчас весь фильм пропустишь. Это нога? У тебя нога в сумочке? Ричард? Где я? Что ты тут делаешь? Какой сейчас год? Где ты был? Я был полгода в твоей сумочке. Я провалился, когда искал ключи и выживал на соусах из фастфудов и мыслях о тебе. В смысле ты был у меня в сумочке? Это кто? А ты кто? Когда мы виделись в последний раз? Ты сказал, что мы увидимся завтра, но завтра тебя не было. Я писал тебе каждый день. 365 дней, 24/7. Я не получала твоих писем. Так кто этот парень? Я ее парень. Он мой новый парень, он всегда рядом со мной. Полгода в твоей сумочке, меня уже не существует. Ладно, я туда и уйду. Хорошо, Ричард, уходи, уходи. Так и сделаю, просто вернусь в сумочку. Ну тогда так и уйди, как уходил раньше. Давай, подержи. Отвали ты. Окей, вот так. Спасибо, Ричард. Приятного познакомиться, мужик. Как хорошо, что мы с этим разобрались. Это было странно. А, знаете, зарядка, она в маленьком внешнем кармане. Ха. Я нашел. Клево. А, где пульт? Глянь между подушек на диване. Какой сейчас год? Ты кто? Ванесса? Анвар? А перевел и озвучил виски. Ага.